День реабилитации кубанского казачества – значимый праздник для дружинников. Так они могут почтить память предков и вспомнить тот день, когда им дали право на возвращение своего уклада и традиций. В составе кубанского представительства будут и казаки Анапского районного общества. Сейчас построение общее, не повзводное, а общее, в одну коробку. Раясь! Так анапские казаки готовятся к предстоящему параду. На площади у администрации города сегодня прошел строевой смотр. Всего в казачьей дружине 100 человек. Но, по словам заместителя атамана, сегодня много желающих вступить в их ряды. Сначала вступают в казачество, первоначальное казачье общество. Это хуторские, станичные, городские. Потом они должны пройти испытательный срок 2 года, казаки. И потом уже вступают в казачью дружину. Это очень почетное звание и должность.